Руководитель региона на Краевом совете безопасности потребовал внимательнее следить за лагерями и здравницами, которые пытаются перепрофилировать на недетский отдых. Такое поручение Вениамин Кондратьев дал после того, как на побережье в этом году 6 организаций отказались от приема детей. Детский отдых в Анапе был, есть и будет. Родители нам доверяют, самое ценное и главное, своих детей. И вот мы должны, во-первых, обеспечить их отдыхом, а во-вторых, прогарантировать, что отдых будет безопасным. И дети живыми, здоровыми и оздоровленными вернутся в свои семьи. Вот что мы сегодня должны сделать. Сергей Павлович Усенко, вы посмотрите, имеют они право перепрофилирования или не имеют? Вот подвергните просто анализу изначально приватизационные документы. На краевом совбезе также обсудили готовность кубанских курортов к началу сезона. Внимание губернатор попросил уделить экстремальным видам отдыха, особенно таким, как джипинг или катание на гидроциклах. Ничто не должно угрожать здоровью людей.